До лета осталось несколько месяцев, и многие именно сейчас задумываются над тем, чтобы привести свое тело в порядок. Но часто людям не хватает мотивации. Достичь желаемого результата помогают профессионалы. Так в Хабаровске стартовал реалити-проект, который позволяет в команде набрать оптимальную форму и не сбиться с пути. Это программа «Формула здоровья». Сегодня присутствуем на первой тренировке мотивационного проекта. Один из кураторов этого проекта — Оксана Зайнуллина. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, в чем суть данного проекта? Национальное ведение, индивидуальный подход – это онлайн-сопровождение. Здесь предоставлена правильность питания, то есть мы здесь разрабатываем расчет калорий. Здесь проходят мастер-классы для участников проекта. Проект рассчитан на 4 месяца. 3 инструктора. Одна из участниц проекта, Валентина Мальцева, решила поделиться с нами, почему она приняла участие. Валентина, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, почему вы приняли участие в проекте и почему такой вот выбор? В первую очередь, чтобы дисциплинировать посещение спортзала, потому что у меня обычная история посещения там 2 через 10, 2 месяца походила, 10 месяцев отдохнула. А этот проект рассчитан на 4 месяца, то есть это уже в 2 раза больше как минимум можно будет ходить в спортзал. Плюс мотивация ходить в группе, смотреть на результаты друг друга, поддерживать друг друга. То есть никуда не деться, да? Да, уже никуда не денешься, и я думаю, что результат здесь будет гораздо выше, и в последующем буду ходить в спортзал как минимум 12 из 12 месяцев. То есть вы считаете, что это войдет в привычку у вас, да? Да, конечно. Посещение и еще момент питания, то, что здесь будет достаточно много лекций по поводу питания, плюс, опять же, поддержка сокомандников, ну, то есть булочки и все остальное, думаю, отойдут на 3-4 план. Обычно люди делают что-то для какой-то цели, да? Вот какую вы конкретно преследуете цель? Может быть, это похудеть на 10 килограммов? Может быть, это, наоборот, сделать рельефное тело? Вот какая? И похудеть, и привести в себя форму, и получить рельефное тело, и научиться правильно, регулярно питаться. То есть, ну, в общем, целей много. Валентин, вы знаете, что вас ждет? Какой план тренировок? Обещают разнообразные тренировки на все 4 месяца, начиная от простых, заканчивая там какими-то сверхсложными, ну, для нашей группы тренировками. Но все будет набираться постепенно, веса, интенсивность. Вот прошла первая тренировка. Какие ощущения? Кружится голова, не знаю, как буду вставать с дивана, хочется спать, есть. В общем, я думаю, все как обычно. Заряд энергии. Заряд энергии, да. Валентина, как вы решили принять участие в реалити-проекте? Муж узнал про этот проект, и мы уже давно думали о том, чтобы начать ходить в спортзал, но, опять же, у нас вдвоем эта проблема — ходить 2 через 10, и мы решили, что, поддерживая друг друга вместе, там, создавая, не знаю, культуру питания в семье, это будет полезно, это будет продуктивно, и вместе добьемся каких-то классных результатов. Спасибо, Валентина. Мы продолжим обязательно следить за вашими результатами, за результатами всей вашей группы. Это была программа «Формула здоровья». Увидимся ровно через неделю.